Привет, я Никита Власов, а вы смотрите телепроект «Звукосниматель» на телеканале ТНТ «Онега». Представляем вам очередную, еще одну сессию живых выступлений петрозаводских музыкантов в студии продюсерского центра «Фабрика грез». Как группа уже полноценная, мы собрались чуть больше года назад. Вот, наша группа называется «Лайер». Выбрал я название достаточно давно уже, когда еще служил в армии, в военном оркестре, и символом военных оркестров была как раз лира, а «Лайер» переводится как «Лира». Есть мнение, что сейчас не модно быть музыкантом, даже диджеем уже не модно быть. Вот вы занимаетесь из каких побуждений? Нам не важно, модно это или не модно. Мы занимаемся этим, потому что мы это обожаем, мы это любим, и это наш мир. Музыка для того и есть. Мы все разные здесь, и работа у нас абсолютно разная. Я, например, учитель. Тут у нас инженер-технолог. Учитель. Она нас объединяет, собирает вместе. Модно, не модно. Мода всегда меняется, но то, что тебе нравится, ты этим и будешь заниматься. Первая песня называется «Мы были», и она рассказывает про то, как разные зависимости захватывают жизни и души людей, и они никак не могут из этого выйти. Там, например, какие зависимости? Это может быть разное. Это может быть зависимость от алкоголя, наркотиков, может быть зависимость даже от человека или каких-то других обстоятельств. То есть здесь не уточняется уже. Расскажи, где ты на этой карте без отсчетов и длины. У меня, увы, под конец пути совсем немного счастья на острые иглы. Давно я в этой двери, поверь, я здесь всегда теперь под замком своей же в голове. Мы все здесь просто по ту сторону дверей. Где наше место в мире? Кто помянет наши имена? Мы стали сами себе чужими для счастья. Где моя душа? Где наше место в мире? Кто помянет наши имена? Мы стали давно совсем другие, новые. Забыли мы тоже были. Забыли, мы тоже были. В ярких солнечных лучах не позвать меня обратно. Я останусь до утра, ну а утро будет завтра. Я утону самому себе, но одному мне выносило страшно в этой пустоте. Где наше место в мире? Кто помянет наши имена? Мы сами стали себе чужими для счастья. Где моя душа? Где наше место в мире? Кто помянет наши имена? Мы стали давно совсем другие, но мы забыли, мы тоже были. Теперь в твоей руке вся моя.
Привет всем, это Drummers Pro. Сегодня я покажу видео, в котором преобладает техника push-pull. Push-pull — это техника рычага. Один раз бьем, палка отскакивает, и мы подхватываем. Это простое объяснение. В следующих передачах я остановлюсь на этом подробней. Техника push-pull вообще помогает очень серьезно добавить скорости в каждой руке, то есть позволяет очень быстро играть обеими руками. Смотрите звукосниматель, Drummers Pro, занимайтесь, у вас все получится. Спасибо. Это, скорее всего, какие-то личные переживания наши на личном опыте. То, что, о чем мы думаем, мы о том и пишем. Это коллективное творчество или кто-то один пишет? Коллективное творчество. Вся музыка – коллективное творчество. Слова? Слова, ну, в основном мои, а группа мы уже вместе уже что-то меняем, что-то переделаем. У вас есть какие-то там дальние цели и ближние цели? Вот, то есть вы не так давно вместе играете? Да, ближние цели — мы хотим выпустить сейчас полноценный уже альбом, вот, а дальше уже посмотрим, как пойдет дело. Пишете сейчас или... Нет, сейчас мы записали IP небольшой из 6 песен, вот, сейчас будем его выпускать уже, а дальше уже альбом. Вторая вещь называется... Я забыл. Герои. Герои. Вторая песня называется «Герои», она рассказывает про то... Да, о героях, которых мы никогда не узнаем, чьи имена мы никогда не запомним, но именно их действия и их победы сделали нашу жизнь такой прекрасной, как она сейчас. Очень часто забываем героев, павших в полынье тех серых лет, холодных будней, что воцарили на земле, и обливались потом, кровью на протяжении долгих лет. Их помнила земля и боги, лишь только в памяти их нет. Сейчас над нами солнце светит, хотя могло и не светить. Проходит сной, кто мне ответит? Никто не сможет объяснить. Хоть сной живем на свете, ты и он и она. И все равно лишь свободный ветер расскажет мне их имена. Расскажи мне их имена.
наше поколение не видит этого. Мы очень часто забываем, что нашу жизнь сделали люди из прошлого века своими победами. Их имена записаны на границе где-то. Вот только наше поколение не видит этого, этого, этого. Вот только наше поколение не видит этого. Только наше поколение не видит этого. Ну вот, пожалуй, и все, что мы хотели вам показать сегодня. Смотрите «Звукосниматель» в эфире телеканала ТНТ «Онега» еженедельно по пятницам и в воскресенье в 19:45. Также все выпуски программы есть на сайте телеканала по адресу tnt-onega.rf и в группе телепроекта ВКонтакте. Увидимся через неделю. Пока!